В Ильском доме культуры состоялся очередной районный фестиваль-конкурс фольклорных коллективов «Храни Кубань. Предания вековые». С приветственным словом гостям и участникам обратился глава Ильского поселения Николай Головко. Дорогие мои друзья, вот наши такие творческие встречи, они позволяют не только не забывать наш интересный быт, интересную нашу культуру, своеобразную Кубани, но и передавать вот этому молодому поколению, которое сейчас будет с удовольствием смотреть на наши коллективы района. В фестивале приняли участие ансамбли народной песни, фольклорные и творческие коллективы домов культуры и детских школ искусств. Они воссоздали на сцене образы народных обрядов и бытовых сцен из жизни коренных народов, проживающих на территории Северского района. Цель фестиваля – сохранение, пропаганда и развитие традиционной народной культуры, воспитание у молодежи уважения к историческому наследию Кубани.